Всем здрасте! Вы на канале Дедуген, меня зовут Михаил. И продолжаем проходить четвертый Fallout. Короче, добрался я все-таки до Diamond City. Что очень странно. И не прошло и полгода. Вот. И сейчас мы начнем изучать окрестности. Дом я уже купил себе. Блин, ничего нельзя брать-то. Поэтому будем сейчас изучать окрестности, но сначала нужно всхрапнуть в новом доме. Потому что, ну, ночь, тут вообще никого нет, тут глушняк просто. Есть только один робот, который тут что-то продает, но я уже у него все хапнул. Поэтому, ну, Коди уже внизу бегает, как крыса, блин, шустрая. Мышь, давай, пойдем. Вот. Поэтому сейчас пойдем в дом, проспимся и зайдем в наш... Че, где там поет-то опять? Выключить надо это все. А, глаз дурацкий. Вот, поэтому все, спать пошли. Ключ от основной базы. Нормально. Так. А, блин, надо ноги починить еще. Не забыть хоть. Ух ты, нифига, сколько тут всего вкусного-то. Ну, давай соберем все. Скучаете по старым добрым временам, мэм? Не, а что там? Там скучно было. Здесь веселее. Инструменты он оставил. Он тут целый склад боеприпасов оставил. Бывший владелец-то этот. Тут чего, швабра? Ну, швабра не нужна мне. Так, где? А, вон шканарь, там, наверное. Крышки взят. Все, короче, спать. Что там по таймингу-то? Где инфо? Здесь? 5 утра, ну... 6 часиков, давай. Вот, хватит. Много спать вредно. Ну, я имею в виду в игре. Потому что надо очень-очень много еды и воды будет, если долго спать. Потому что мы лучше вылечимся, если что, заболеем там. Так, два выхода. Один с этой стороны, другой с этой. Масленка тоже возьмем. И миска собачья. И прихватка еще. Ну тоже берем. Все, погнали. Делай этого, не надо. Че? О. Не с места, Синт. Что ты сделал с настоящим Райли? Где мой брат? Я не Синт, клянусь. Не стреляй, ради бога, я же твой брат. Убери пушку, живо. Он, Синт, он всех нас убьет. Кайл, воу, потише, так, ребята. Шоу закончилось. Никаких синтов в Diamond City нет, ясно. Нифига себе, шоу. Это просто ваша дурацкая паранойя. Офицер. Отойди, мусорщик. Че, попутал, что ли? Огойди, мусорщик. Понимаю. Просто хочу узнать, что произошло. А что? Криков не было слышно. Парень наставил пушку на родного брата, решил, что тот, Синт. Во всем виновата газета. Людей накачивают, а потом всем начинает мерещиться, что родственников заменили синтами. Слушай, мне жаль, что тебя втянули в это, но все уже закончилось, ясно? Занимайся своими делами, так будет лучше. Окей, как скажешь. Так? Эй. Он наставил на меня пушку. Мой родной брат. Что произошло? Я не Синт. Я же сказал ему. Я все время ему это повторял. Почему он меня не послушал? Мне нужно время. Чего вы тут встали? Занимайтесь своими делами. А, ну ладно. Идите ну, да, отсюда. Все, расходимся, ребят. Ничего... ничего страшного, я так понимаю. Это обычная ситуация в этом городе. Так. А, вот, здорово.
Можно я тут у тебя разденусь? Ну, в смысле, броню сниму. Так, иди сюда. Мисс. О, привет. Тебе уже доводилось бывать у нас раньше? Не-а. Нет, я тут первый раз. Так и думала. Итак, правило. Я не занимаюсь благотворительностью. Одежда стоит денег. Если не нравится, дверь вон там. Ну ладно, я понял. Этот... Пошутить надо. Люди воруют эти обноски. Серьезно? Да, серьезно. Так что не зли меня. Ну, раз мы пришли к взаимопониманию. Добро пожаловать. Сейчас покажу все, что у меня тут есть. Чё? А, подвальчик Феллона. Интересное название. Да и при этом древнее. Феллоны здесь обосновались еще до войны. Дед говорил, что мы всегда были верны традиции качества и доступности. Но, похоже, даже доступная одежда не всем по карману. Так много воришек. А от службы безопасности никакого толку. Охрана не может. А почему городская служба безопасности не помогает? Моего мужа похитили, понимаешь, институт. Служба безопасности не захотела этим заниматься. Я подняла шумиху и попала в черный список. Твоего мужа похитил институт. Ну, пропасть он пропал, в этом-то сомнений нет. Но институт никогда не оставляет никаких следов, если не считать этих чертовых синтов. Что такое синт? Ты ведь шутишь, да? Синты — это такие люди-машины, которых делает институт. Некоторых даже не отличить от живых людей. Вот я везучая, да? Институт забрал моего Чарли, а мне даже синта вместо него не оставил. Да, слушай, правда. Мужа украли, синта не оставили. Посмотрим, что у тебя есть. Покупатель с деньгами. Ну, наконец-то. А чё тут бомжи в основном все шарятся? Так, военная форма. Мне надо вот эту хрень. Вот. И в принципе больше мне ничего не надо. Так. Карандаш. Ну давай карандаш возьму. Партия кожи, партия ткани. Ладно, давай тогда. Скинем тебе вот эту штуку. Да, все, наверное, да, тут я продал. А, нет, вот подцепил еще хрень какую-то. Стейки. И все. Он пока не продаем, не знаю, зачем этот шип. Так, по цене. Что тут? О, цвета. Так, то это можно. А, все у нее уже. Так, чего у тебя можно хапнуть-то? Еще-то. Текстиль, пластик, тяжело. Ну давай это куплю тогда. Это. Вот это заберем. Вот это. Ну и это. Все, добро. Когда свидос. Мы стали барахольщиками, мэм. Не говни. Хватит. Уф. Повторять уже это. Когда барахольщик, да. Барахольщик у меня, блин, в крови получается. Как только с убежища выпал, сразу барахло в карманы повалилось. Так, броню надо починить. А потом вот с этим чуваком побазарить. Он много инфы очень сливает. Вот это, да. Вот это доспех. Да-да, вот это да. Тем более бронька чинится легко, только сталь вроде нужна. Стали у меня... Ой, как много. Все, плитка, все разобралось. Хорошо. Так.
Покупайте у нас, не опасаясь синтов. Да, да. Химзабота удовлетворит все ваши потребности в химии. Посмотрите на себя. Внутри доспеха еще остался человек. Чувак, нужно пить что-то хочется. Особенное. Врач говорит, что алкоголем мне больше нельзя. Кола. Нужна ядер кола. Такой робот должен быть в каждом доме. Сначала надо, чтобы он сел правильно, потому что, короче, он зависает. Так и не починили этот баг, да? Ну, никак. Никак к нему не подойти. Ладно, развернется потом. Можно перезагрузиться будет. Говорят, в старом театральном районе есть бар только для рейдеров. Боевая зона называется. Кто хочет, я бы на твоем месте все держался от него подальше. Подходи по одному. Молодец. Эй, офицер. Говорят, что-то нехорошее случилось в музее ведьм в окрестностях Салема. Зачем туда кто-то пошел? Там давно все заброшено. Ух ты, хороший какой мальчик. Дальше. Разошелся с подругой. Она вечно оставляла зубную пасту открытой. Знаешь, кто так делает, Синт? Офицер. Если ты собираешься на ту сторону стены, то не помешает сначала в оружии Содружества закупиться. Обязательно. Будешь плохо себя вести, будут проблемы, понятно. Верю. Что, поглазеть захотелось? Эй, офицер. Все, что ты находишь в Содружестве, можно продать в товарах Diamond City. Надеюсь, у тебя не было проблем по дороге сюда. Там есть мост через реку, супермутанты любят у него засады устраивать. А, ну здравствуй, моя прелесть. Давай без этого. Офицер. Доводилось бывать в добрососедстве. Вот эта дыра, одни гули и наркоманы. Да, хорошо. Я не говорю, что собираюсь в тебя пальнуть. Это будет просто грубо. Черт бы попал, но ты почувствуешь это, если что. Благодарны стене. Что за бред? Эй, знаешь, офицер. Я лучше буду не зарывайся. Стены, я за тобой стоит. Слежу. Отличный день, а? Эй, это не ты с караваном из Куинси. У меня вот тут чешется. От этого никакой мази не найдется. Гла, руками, может, не трогай меня. Офицер. Нет, если ничего страшного в том, чтобы разок-другой положиться на химию. Некуда. Соломон разве может тебе что угодно продать. Где одни маньяки? Да. Тебе тут что-то нужно? Да. Вы с этой репортершей поладили, я смотрю. Будь осторожнее, у мэра на нее зуб. Ты-то все и заметил, а? Эй, офицер. Не беспокойся, в Diamond City синты тебе не угроза. Я надеюсь. Ага, надейся, надейся. Это пип-бой. Я бы левую руку за такую штуку отдал. А на чем носить будешь? Вон в общественных событиях статья пишут, что чертовы синты могут оказаться где угодно. Офицер. Что, поглазеть захотелось? Давай, давай. Отличный вечер, а? Да. Послушай меня, это не просто байки. Был на побережье городок University Point. Его синты под ноль вырезали. Эй, офицер. Да? Приятный у тебя ствол, но держи его в кобуре. У меня их три. Будешь и дальше на меня так смотреть, я решу, что ты синт. Возможно. Я слишком ленив, чтобы пойти к Минитменам. Значит, А что так? Да ладно. Офицер. Тебе. Хватит. Нечего здесь слушай, ошиваться. Стена ведь нас защищает. Хочешь повеселиться? Пробегись по базам. Верь мне. А у меня это достижение есть. Что я могу для тебя сделать, красавица? Ничего. Может, это все ерунда, но в город пришел какой-то парень. Рассказывает, что поймал странный сигнал бедствия в руинах Кембриджа. Да? Эй, офицер. Не зарывайся, я за тобой слежу. Тебя надолго хватит? Отличный день, а? Вот мухобой, это дельное оружие. Поговори с Мокронином, у него еще есть. Какой разговорчивый. Тебе тут что-то нужно? Офицер. Я все понимаю, броня отличная, но как ты в ней? Того, писаешь? Слушай, а я что-то и не задумывался. Но выхожу обычно. Просто в ней жарко, я воняю, поэтому можно и ссать не ходить. Пофиг, блин, этот глаз, я его пристрелю, сейчас он меня достал. Похоже, тебе не помешало бы пропустить стаканчик. В скамье запасных есть холодная выпивка. А, да-да-да, сейчас ходим. Эй, офицер. Да. Кто-то бросил машину во дворе, я смотрю. А за такое можно от меня и в лоб получить. Машину? Какую машину? Ты чё? Послушай совета, не называй мать синтом, если она им не является. Я серьезно. Да? Офицер. Институт, ПФФ. Я их не боюсь. Нет. Правда, честное слово.
Не боишься, Мод, ты си? Не на что тут смотреть. Если захочешь подстричься, сходи к Джону в суперсалон. Эй, скажи своему роботу, что у нас закончились пончики. Эй, у нас закончились пончики. Эй, офицер. Говорят, в Бостон-Комане какая-то долбанутая птица завелась. Или что-то такое. Да. Отличный вечер, а? Все, о чем я мечтаю. Что посоветуешь? Конец смены, Артура. Пиво и шлепаться. Все зависит от того, молодец, где что нужно защищать. Офицер. Об этом многие мечтают. Что, поглазеть захотелось? Отличное. Тебе тут что-то нужно. Впервые вон в общественных событиях статья пишут, что чертовы синты могут оказаться где угодно. Вопрос личной безопасности. Но, да, знаешь, это правда. Мне в прошлом году задницу прострелили. Долгая история. Да, очень увлекательная, наверное. Эй, офицер. Вид у тебя слегка помятый. Сходи к доку Крокеру в мегахирургию. Пистолеты. Блин. Давай без глупостей. Все рассказал. Боже, я тоже люблю оружие, но ты не думаешь, что немного перестаралась? Нет. Если проголодаешься, можешь перекусить в энергичной лапше. Иди сразу к роботу. Офицер. Отличный день, а? Че, серьезно? Тебе не кончатся диалоги? Альянс. Милое поселение, очень чисто, но пускают далеко не всех. Не зарывайся, я за тобой слежу. Нечего здесь ошиваться. Да. Блин. Эй, офицер. Ходи. Будешь плохо себя вести, будут проблемы, понятно. Кто хочет стать, да, красивее? Стрижки. Значит, со всех, это правда. Ты теперь лидер минитменов. Это круто, хорошее дело. А тебе кто рассказал? Не беспокойся. В Diamond City синты тебе не угроза. Я все надеюсь. Все уже знают все. Уйти. Офицер. Может. Да. Это лучше, чем каждый. Будешь и дальше на меня так смотреть. Я решу, что ты син. Да. Все еще. Говорят, ты по всему городу всякие вопросы задаешь. Что, в Diamond City теперь два детектива? Да. Эй, офицер. Что, поглазеть захотелось? Тебе тут что-то нужно? Что-то по кругу институт пошло, да? ПФФ. Я их не боюсь. Нет. Правда, честное слово. Отличный вечер, а? Вон в общественных событиях. Ну ладно, все, по кругу пишут, ходит. Молодец. Рассказал мне все, что не можно. Знаю, в чем дело, ну но что? Что-то никак не могу прийти. Так, сюда. Вот к этому Задним чуваку теперь не надо. Надеюсь, у него есть нормальные стволы. Уже появились, по крайней мере. А то. Ты ведь новенькая, да? Ну, новенькая, может быть. Сначала ты свое имя назови. Меня зовут Артура. Я продаю средства для самообороны. Да? Значит, в оружии ты разбираешься. Слушай, я тебе могу продать пушки, мечи, что угодно. И гарантирую, что они тебя выручат. Но самое главное в оружии – это модификации. Каждый может сам выбрать, что ему нужнее. Установка прицела, увеличение магазина. Все такое. Если ты будешь заботиться о своем снаряжении, то практически на каждый вопрос у тебя будет готовый ответ. Ну ладно, вернемся к вопросу о том, какая именно защита тебе требуется. Ну, защита мне не требуется, мне нужны штуки для нападения. Конечно, а что у вас есть? Лучший выбор для самообороны. Хорошо. Так, ну что у тебя есть? Большой мальчик. Дополнительно два снаряда вылетают. Хорошо. Так, это что, дробовик? О, наконец-то, легкий дробовик. Легкий чего? Карабин, блин. О, плазма уже есть. Хорошо, берем. Так. Ух ты, 5.56. Нет, пока не надо его. Так, что у тебя здесь? Каркас, алюминий, шестерни, нет. Ну, патронов у него, короче, гора. Если что, можно закупаться, и блоки есть. Все. Может быть, кое-что из этого следует оставить здесь. Так, погнали. Оружие самообороны сделано вручную. Чего, блин, этот-то? Кола, ядер кола. Поселение мне надо его отправить. Ну ладно. Вот перезаг...
перезагружусь, так может нормально сядет. Ну ладно, заканчивать буду вон на нем. Событиях статья пишет, что чертовы синтезы. Потом снова в игру зайду, посмотрим, может он сработает. С моими личными скамьи запасных можно брать только одно. Выпишем. В скамью запасных теперь идем. Там нам надо задание. Так, куски белки, блин. Что сожрать-то? Ничего нет, что ли? Серьезно? Куски как вот есть. Ну что тебе сказать, всё. Человек? Вадим, нам нужно поговорить. Погоди, Ефим, я рассказываю историю. Так вот, перехожу я речку, значит, в чем мать родила. И тут вылезает самый страшенный из морских зверей, болотник. Болотник? Ой, да брось ты. Он же не опаснее мухи. Вот если хотите послушать про настоящую опасность. Вадим, Ефим, я уже и забыл про тебя. Чего хотел? Знаешь что? Ничего, я сам со всем разберусь. Так. Стоп. Видишь вот этот бар? Я за него человека убил. Ха-ха, нет, шучу. Он сам умер. Ладно, дай мне знать, если соберешься, блин, заказывать. Украл какое-то дерьмо, выключая радио. Ну это просто... Эй, Виталий, надо поговорить. Чертовы синты. Живут здорово среди нас. Мы знакомы? Мы знакомы. Нет, но я о вас наслышан. Мне всегда нужны люди, которые могут постоять за себя в опасных ситуациях. Что за работа? А что за работа? Пока не знаю. То, что понадобится моему боссу, после того, как он на вас посмотрит. Уверяю вас, работа опасная, и вы получите соответствующее вознаграждение. Так, награду попрошу, этот забыку, это его и так что-то там взбесило, блин. Где мне расписаться? Мне нравится ваш энтузиазм. Кстати, я Эдвард Диган. Работать будете преимущественно под моим началом. Но сначала вы должны поговорить с моим боссом Джеком Кабатом. Он любит побеседовать со всеми, кого я нанимаю. Такой вот он осторожный. Приходите в дом Кабатов в Бекон-Хилл и спросите Джека. Я сообщу ему, что вы должны прийти. Окей. Вот надо вот это... Занятно. А снаружи больше похоже на спортбар. Здорово. И даже не начинает, дружище. Я ничего не знаю и не хочу никаких неприятностей. Привет, ты откуда? Наемник, я его охрана назвал прикрывание. Брашка. Роботу тоже стоит попробовать. Не знаю. Он такой крепкий. Защищаю людей. Я просто пытаюсь защищать людей. Разумеется. Да, понимаю. Я и сам обожаю совершать благородные поступки. Если мне за это платят, конечно. Ну или в деле замешана прекрасная брюнетка. Ладно, я просто тут оттягиваюсь и травлю байки, пока работы нет. Так-то я много где побывал. Видел убежище, довоенные развалины, а еще чертову уйму монстров. Убежище? Значит, ты был в убежище? Да, номер 81. Они держатся обособленно, но изредка пускают к себе чужаков. Угу. А чудовищ где видал? Расскажи мне про самого страшного монстра. Но я же из Diamond City. Мы все знаем, что нет никого страшнее института и его синтов. Даже не подходи к University Point. Поверь мне на слово. Лучше тебе не знать, на что они способны. Так. И вот это. Значит, ты ходишь по старым руинам? Все думаю в Салем сгонять. Древний городок далеко на севере. Но все так и не дойду. Не нравятся мне те края. Ага, вода. Еще увидимся, Хоторн. Ага, удачи. Хоторн, стены вам, блин, ну имечко. Меня не протянуть, так что аккуратнее. Так, достали эти, блин. Ага, ладно, тогда. Что надо сделать? Надо водички хапнуть. Так. Вот дом Кэбботов, да. Сюда тогда сходить. Надо робота освободить. Надо помочь Дэнс. Так, тогда что, блин? Как правильно поступить? Так, рандомчик. Сегодня везет? Нет, сегодня не везет. Ладно. Просто оставьте меня в покое. Да ладно, что ты, чувак, я просто прохожу мимо, короче. Так. Этот сидит чудик с жопой ко мне. Ладно тогда. На этом закончим. Здесь сохранюсь. Может развернется, когда снова в игру зайду. Вот так вот делать мод. Не попадите в просак.
покупайте средства защиты в оружии Содружества. Ладно, на этом закончим. Если хотите увидеть здесь прохождение по какой-нибудь своей любимой игре, напишите об этом в комментариях. А все ссылки на плейлисты в описании. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения и счастливо. Не высовывайтесь за стену без защиты.